Все, в принципе, это знают наверняка, но мы начнем с того, какие варианты у нас сетапа Капгарда. Я покажу, что предпочитаю я и почему, объясню это. И действительно, мы должны понимать, что даже Капгард, Капгарду рознь, у нас есть два, по крайней мере, две дистанции в Капгарде. То есть, например, это не шилд Капгард, когда у меня используется колено для того, чтобы создавать дистанцию человека. И Капгард уже, знаете, такой вот полноценный, когда человек находится со мной на очень уже, на сверхблизкой дистанции, я оказался под ним, в чем-то это невыгодно для меня, но я должен уметь отсюда работать. Итак, Нишил Капгард. Мы с вами используем коленку, упираем ее в плечо, никогда не заваливаем ее сюда, потому что на самом деле это цель нашего оппонента, цапнуть нас, сложить нашу коленку и уже проходить гард. Поэтому колено открыто, таз всегда раскрыт. Мы просто придерживаем человека за трицепс. Вторая рука. Вот это, пожалуй, самая важная штука. Человек будет стремиться всегда взять кроссфейс, раскатать вас. Да? Бум! Мне не нужно, чтобы меня раскатывали. Поэтому я должен контролировать эту руку в районе бицепса, в районе локтевого сгиба. Вот эта игра у вас периодически будет превращаться прям в эти фехтования. Вы будете останавливать эту руку, пытаться обойти вашу эту руку. Не останавливайте это действие, всегда боритесь за доминирование вот в этой зоне. Если оказывается тяжеловато, можно бросить эту сторону и работать здесь двумя руками. Ну, попался длиннорукий, сильный и так далее. Человек работает, вот вы можете посмотреть Павла Попович, например, он работает двумя руками. Он считает, что ну что тут держать, куда ну нахрен делать. Вот, в принципе, вполне разумно. Если говорить уже о Капгарде, когда мы пробираемся глубже, парадигмой является то, что вы берете из грима. Глубокий захват. Underhook. И таким вот образом также блокируете руку здесь в бицепс, скрещиваете ноги и находитесь здесь. Ключевым моментом обеих вот этих позиций является то, что вы лежите на боку. Обязательно на боку. То есть, если я ложусь на спину, я тут же проигрываю, ну, там через 3 секунды я проигрываю advantage. То есть, если в этом смысл, ну да, если вы уверены, что вы что-то дальше сделаете, может быть, advantage пожертвовать. Но это не очень хорошая идея таких гамбитов. Итак, что мы сейчас... Я люблю говорить о нуликалорийных переворотах отсюда. Отсюда мы, естественно, должны делать свит. Стремиться к тому, чтобы сделать свит. Позицию с Нишилд Капгард, почему я упомянул, мы ее с вами будем разбирать завтра подробно, потому что мы будем лезть в дип. Это одно из базовых начальных положений для этого. Сегодня мы смотрим с вами ситуации, когда мы с вами уже капельку облажались. Ну, первое. Во-первых, я очень не люблю засовывать руку вот сюда из грима. Слав, прижми свою локоть к своему плечу. Мне вот это вот дерьмо не нравится. Приходится все время локоть задирать, забираться под него очень глубоко. Он начинает включать заднюю передачу, потому что чувствует, что проваливается. У нас это превращается в постоянное вот это какое-то фехтование. Мне это не нравится. Я предпочитаю работать здесь. Я человека блокирую и держу его таким вот образом. Попробуйте оба варианта, вы найдете для себя какой-то из них подходящий. Главное, чего не надо делать. Не надо его хватать, прижимать к себе с выпученными глазами. Брать на нем кучу захватов за одежду, они вам не помогут. Вы здесь, его держите достаточно, поэтому лежа на боку мы блокируем вот эту сторону. Ну, представим с вами, дорогие друзья, мы что-то упустили, и товарищ все-таки нас раскатал, да? Бам! Оказались здесь. В основном у нас ноги держат его. Нижнюю часть туловища, да, верхнюю часть туловища он нас уже раздавил, и он хочет, ну, как-то продолжать, он укоренился, он получает свой advantage, какую-то моральную подпитку, мы с вами оказались в не очень хорошей ситуации. Если у вас рука вот здесь, на плече его, не берите захваты, ничего этого не нужно делать, не в сайт-контроле, опять же, да, делаем похожие вещи. Просто старайтесь не давать ему нормально прижать голову, просто поднимайте его взгляд над линией горизонта немножко, да? Но человек будет пытаться избавиться от этой руки, и если он избавился от этой руки, очень часто вы вообще окажетесь вот в таком положении, да? То есть все, вас раскатали плотно, Слав, можешь руки подо мной, вот, все, товарищ забрал сюда, да, вечно он не может сидеть здесь, ну и вам тут лежать вообще непонятно зачем. Поэтому мы постараемся воспользоваться одним из моих вот базовых свипов, обязательно я его всегда показываю, Макс Карвалью свип. Мы забираем отворот кимоно человека совершенно спокойно. Забираем его так, чтобы получить хороший
рычаг. Не делайте вот так, это бесполезно. Возьмите так, чтобы человек натянулся. Он должен почувствовать движение вот туда. Очень часто человек здесь еще делает следующее. Слава, скрести ноги тоже так, треугольник. Ну, вытяни вот это чуть-чуть. Угу. Да. Вот. Ну, вторая нога, здесь. Куда? Правая нога вот сюда положи. Вот. Очень нередко человек вас зажимает хорошенечко, придавливает вот так вот тазом. То есть вообще, то есть он чувствует очень хороший контроль с вами. Обхватил он под головой вас, вы здесь лежите распластаны, дело дрянь. Если вы чувствуете, что вот эта нога вот таким вот образом вытянута, мы с вами берем просто одежду на, ну, попавшую нам под руку в районе колена. Взяли здесь этот отворот, и что теперь очень важно? Мы начинаем человека вертеть вот в ту сторону. Он должен поверить, что сейчас что-то пойдет туда. Он подупирается в этот момент. Я его колено подсовываю себе под бедро, и мы переворачиваемся. Я истратил реально сейчас 0 калорий. Потому что усилия тут никакого нет. Тут нет зверского моста еще чего-либо. Итак, мы начинаем тянуть туда. Очень нередко. Это упор рука иностранно начинает, еще что-то. Обратите внимание, что я делаю вот с этой ногой. Я ее подсовываю себе под бедро. Оп. И перелезаю через его таз. Оказываюсь вот здесь. Только что я вот, ну, совершенно в спокойной манере выиграл 2 балла. И получил довольно неплохое положение, оказавшись здесь. Оказавшись здесь, старайтесь блокировать вот эту руку. Желательно, чтобы она оказывалась здесь, а не вот здесь. Ну, просто это гораздо более выигрышное положение. То есть, перевернувшись сюда, мы сразу начинаем охотиться за этой рукой. Еще раз. Итак, человек на вас, он вас расплющил, ногами зажал, ну вообще молодец. Держит прекрасно. Не торопясь, вытащили одежку, взяли за колено, качнули туда. Смотрите, разомкнул ноги и толкаюсь. Не держу ноги сжатыми. Перевернулся. В этом положении закончил. Хорошо? Давайте мы все попробуем в режиме 3 раза один, 3 раза другой. Я у всех пройду, посмотрю. Любой вопрос, подняли ручку, я подошел.